Программа экспедиции предполагает, что ребята будут работать на тропе, проходящей через перевал Скорбный. Вперед, преступнички! Сделать что-то нужное, полезное. Почувствовать, что могут быть важны для общества. И что? Это поможет? Что за фигня? Да видишь. Это не мы. Не мы его убили. Пустили оружие! Нужно быстро уходить отсюда! Мы здесь все под подозрением. Кто-нибудь еще считает, что нам нужна страховка на случай, когда по нам начнут стрелять? Надо облететь район. У них в руках моя жена. Как вы вообще могли ее отпустить? Здесь ни хрена нет. И здесь все сдохнет. Я обещаю, что мы аккуратно и непредвзято во всем разберемся. Только вам надо вернуться обратно в лагерь. Страшно? Вот тебе совет. Прими то, чего боишься, как неизбежно. Ты хочешь быть главным? Вожаком? Драться с тобой я не собираюсь. Время идет, люди могут погибнуть, вы понимаете? Один раз преступник, навсегда преступник. На что они вообще рассчитывают? По-моему, мы переборщили. Зачем вообще нас надо было в горы брать? Потому что я считаю, что такие сложности делают вас сильнее. И вы лучше, чем кажетесь. Ну и как? Лучше мы.